Дамы и господа, всех приветствую на своем канале, у микрофона, как всегда, Рамзе. Сегодня продолжаем играть на чудесном зомби-сервачке под названием Зомби Монстр. Ребят, снимаю данный видеоролик в 3 часа ночи, и онлайн вы посмотрите 4 человека, это довольно-таки неплохо. Утром здесь будет просто, вот когда видеоролик выйдет, человек 20-30 как минимум. Поэтому заходите, будем вместе с вами играть, все ссылочки на сервачок будут, как всегда, в описании. Жду всех, будет весело, круто. И здорово, в принципе. Давайте закупим сразу же брони, поиграем немножечко. Нет отдачи, купим бесконечно патроны. Как всегда, лазерные мины с вами закупим. Так, интересно, как их ставить? Давайте, ребят, М25. Я вообще без понятия, короче, как их ставить. Ну да ладно, поиграем без них. Давайте возьмем калашек. Вот, азимов просто шикарно смотрится. Здесь обновили паутинку. Вот такое вот солнце, карту добавили. Смотрится просто шикарно. Галактическое все, ребят. Всем советую зайти на данный сервачок, будем вместе с вами, в принципе, играть. Давайте вот паутиночку по юзам, очень красиво, мне безумно нравится. Так, я вот с калашика азимова вот так буду просто в голову ему стрелять. И сейчас, возможно, даже добьем его, но нет, к сожалению, он нас просто... просто обходит со стороны, и мы ничего не можем сделать. Окейшки, давайте хотя бы вот так просто за жимчиком вот так вот запрыгнем на него и в голову вот так ему просто. 4000 хп остается, 3000 хп остается. Главное, чтобы у нас хпшка не отнималась, и мы его сможем завалить вообще прям на изи. Вот, все, минус дали. Красиво, сочно, молодежно. 2 килла уже есть, ребят. Давайте посмотрим вообще, какие здесь пушки. Возможно, обновлены также вот такие пистолетики. Зомби-пушка, здесь вирус-пушка. Вообще шикарно просто пушки, ребят. Очень много. Вот это новое добавилось, я ее раньше здесь не видел. Сервачок обновился, ребят. Всем советую реально зайти, поиграть, посмотреть, что да как. Очень круто, очень классно и здорово. По классам зомби получается девушка, быстрый, ревенанты, Ice, Fire, Poison, Sleep, Fly, Galaxy, Teleport, Kraken и Lux. Как всегда, ставим самый максимальный Lux. Цены на привилегии, вот, можете поставить прямо сейчас на паузу, посмотреть. Привилегии продаются только навсегда через онлайн-сайт cslike.ru. Все ссылочки будут в описании. Заходите на сайт, выбираете любую привилегию от VIP-а до команды проекта и оплачиваете, в принципе, любым способом. И после смены карты у вас появляется привилегия. Так, антивирус мы взять, к сожалению, не можем. Попробуем сделать себя человечком. А, уже недоступно. Лимит, короче, использован. Кстати, за зомби-класс здесь нам дается 2 прыжка, ребят. Это очень классно и здорово. Граната вирус нам недоступна. Также вот гранату джамп обычно. Давайте вот туда вот ее пиханем. 2 человечка уже возрождены. Также как нам сейчас человечком стать, я вообще без понятия. Поэтому да, я считаю, что нам нужно, кстати, вот паренька практически завалили. Я считаю, что нам нужно сейчас зайти в кабинет и, в принципе, крутануть рулеточку на амапайке. Возможно, нам повезет. Вы также каждый раунд сможете по 50 амапаков использовать ее, и вам сможет выпасть от 1 до 300 амапаков. И, возможно, мы сейчас окупимся. Да, ребят, я все время с этой рулеточки окупаюсь. Каждый раунд вот сейчас 267 амапаков выпало. Мы ушли просто в плюс с вами на 100... какой на 100? На 217 амапаков. Или сколько там? Это очень круто и очень-очень здорово. Просто халявные паки каждый раунд считается. Все, зомби победили. И я думаю, сейчас мы начнем с вами играть и выживать. Посмотрим ножи вообще. Возможно, ножи также здесь обновили. Прописываем команду Knife в консольчике. Knife, так, да, ребят, ножи новые. Вообще, посмотрите, какие стильные. Как же круто и классно смотрится. Вообще прям, вот, посмотрите, какой только что хаммер был. Я думаю, вы это видели. Блин, смотрелось шикарно просто. Давайте вот так вот бросаем инфекционочку, никого не заражаем. И у нас меняется карта. Ножи прям, ребят, просто реально люто классная, люто прикольная. Сейчас я их всех покажу еще раз, потому что вот, мне мечи очень сильно, вот эти два меча понравились. И, в принципе, также понравилось вот этот хаммер там, где с железным человеком, очень красивый. Так, вот получается стильные вот эти вот, ребят, или это монстр? Так, давайте, да, стильные вот эти вот ножи первые. Вторые, получается, железный человек, вот этот вот Warhammer, очень классный, очень красивый. И, в принципе, крылья вот такие вот, ребят. Но, кстати, тоже довольно-таки красивый, но мне вот этот больше всего понравился. Я думаю, поиграем с ним немножечко. Интересно, карту мы сможем сменить? АМХ,
map, к примеру, ZM DK2. Нет, вас недостаточно, нужно, короче, играть на этой карте сейчас, ребят. Ну ничего страшного, на таких зимних картах мы с вами редко играем, поэтому, я думаю, будет интересно поиграть сейчас под ними. Вот, кстати, по 1000 хп сносит данный Warhammer. Сможем вот здесь раз просто почиркать вот так зомбака и просто убьем его. Вот он, инфекционки уже начинает разбрасывать, братишка наш. Но мы его сейчас просто... 1000 хп остается, 900 хп, и сейчас мы его просто вот так вот почиркаем, и все, люди победили. Красота, ребят, не так ли? Давайте быстренько сейчас сказать, что я хочу взять. Класса зомби себе поставим люкса. И через менюшечку привилегий возьмем себе, ребят, управление сервером. Массовое заражение, апокалипсис, монстром или снайпером себя сделать. К сожалению, нельзя. На 5-м раунде только доступно, но ничего страшного. Так, давайте, значит, закупаем себе броню. Нет отдачи. Бесконечные патроны, граната Fire, граната Ice. Вот таким вот образом выглядят очень красивые, ребят, согласитесь. Прям, ну, мне вообще безумно-безумно нравится. Так, паренек хотел меня заразить, но, в принципе, не успел. Вот граната-заморозочка, очень красивая и очень сочная. Так, это инфекционка была, снова же, ребят, инфекционная граната вот только что была. Очень-очень такая, блин, я надеюсь, сейчас он нас не заразит, но, к сожалению, он нас заразил. Вот так, нужно, короче, воевать. Последний человечек остался, и нам нужно найти его, только где он находится, вообще без понятия. Сейчас придется быстренько просто поискать его, попытаться найти. Возможно, он где-то на спауне. Солнце просто здесь настолько красиво вот смотрится, ребят. Согласитесь, реально, напишите в комментариях, как оно вам. Ну, как по мне, это безумно просто классно и красиво. Также давайте сейчас рулеточку крутанем на мапаке, посмотрим, в этот раз мы окопимся или нет. Я вот знаю, походу, где паренек. Вот здесь должен по факту тусоваться. Да, ребят, как я, в принципе, и предполагал уже ранее. Так, опа, сейчас моего, ребятушки. Сейчас моего. Я, кстати, не увидел, сколько нам ампаков выпало. Ну да ладно. Все, мы заразили, короче, данного паренька. И я думаю, сейчас нам будет сложноватенько выживать, потому что онлайн не такой уж большой. Все просто будут закупать сейчас инфекционные гранаты, и с инфекционными гранатами нам будет очень-очень сложно выживать. Давайте запрыгиваем сюда. Вот сейчас кто-то из них станет зомбаком. Так, Galaxy миниганчики, вот джинганы всякие. Очень красивые пушки, ребят. М2 нет отдачи, бесконечные патроны. И все, 25 тысяч хп, чтобы вы понимали. Я считаю, это очень много. Прям придется нам реально повыживать. Вот такие вот две пушки. Одна такая, вторая такая. Прям классно смотрится, реально, как по мне. Граната щит. Так, давайте ее также вот сюда вот поставим. В текстурочку. Вот сюда, чтобы никто пройти не мог. И я думаю, сейчас будем... А, нет, я не попал, к сожалению. М2997 граната щит. Интересно. Да, еще одну можем купить. Поставим ее вот сюда. И все. И сейчас точно уже никто пройти сюда никаким образом не сможет. Так, а где у нас зомбак остался? Я бы хотел сейчас поубивать его. Так, братишка, куда ты пропал, наш братанчик? Куда же он мог пропасть? Вот, все, я нашел его. Он здесь тусуется. Давайте вот так, диском. Просто смотрите, сколько мы хп снимаем. Прям вообще шикардосик. 13 тысяч хп у него остается. Сейчас мы его завалим, я думаю. Все, а каким образом он его завалил? У него что, спидхак, что ли, ребят? Я просто не понял. Реально, странно, странно. Окей, какой у нас раунд сейчас по счету? Ну, скорее всего, не 5, потому что в 5-м раунде я бы мог себя сделать зомбаком, ой, и дьяволом или выжившим, и уже пофармить себе счет. Счет у нас сейчас получается 2-1. Так, вот этот будет по любасу с инфекционными гранатами разбрасываться, поэтому я куплю гранату щит, сразу же брошу ее вот сюда и улетим с вами отсюда, чтобы просто не попасть в инфекцию, чтобы нас вот этот зомбак не заразил. Так, давайте смотрим, где он. Вот здесь тусуется, просто 30 тысяч хп у него сходу. Опа, 30 тысяч, мы улетаем, берем сюда сразу же нашу инфекционочку, вот так, по красоте. Ну что ж, братишка, ты будешь делать? Ё-моё, пропала у нас граната щит. Давайте снова активируем ее. Бросим, я думаю, вот сюда, чтобы он вообще выбраться с этой локации не мог. Так, братанчик, ты куда ушел? Ты куда уходишь? Так, что за инфекционная граната? Или что это вообще летает такое? Я понять не могу. М26. Так, опа, все, залетел сюда наш братан. Давайте, ребята. Все, ух ты, уходим. М2997. Закупаем гранату, бросаем ее сразу же сюда. Надеюсь, ты, братанчик, меня не заразишь. 29 тысяч хп у тебя остается. Сейчас мы... Ух ты, улетаем. М26, закупаем броню, чтобы он не кончалось. 34 тысячи хп тем временем остается у нас. Нужно быть предельно осторожным и внимательным, дорогие друзья. Вот, сейчас мы отталкиваем его вот так. И все, он нас заразил, к сожалению.
Но прикольно, ребята, вот так побегать, повыживать. Квесты здесь также сможете выполнять за пареньков. Очень классный и крутой сервачок, поэтому если у вас будет желание, то обязательно заходите, будем вместе с вами играть. Так, мы полет активировали, все приколюхи активировали, которые только возможно. И сейчас попытаемся его завалить. Так, интересно, граната вирус уже все недоступно, я так понимаю, антидот нам тоже недоступен. Так, с братишки, сейчас мы просто его... Опа! Черканем хотя бы, ну давай, родной, хотя бы черканем тебя. Ну дай нам черкануть тебя, пожалуйста. Потому что, ребят, кстати, кто не знал, здесь вот есть нычка такая. Сможете залетать сюда и тусоваться здесь со своими друзьями. Только аккуратно, не попадите сюда на лед, потому что всю карту будете просто, как вам сказать... Всю вот карту будете скользить, и будет вам неудобно играть. Поэтому, ребят, смотрите аккуратнее. Все, заразили одного, остается последний паренек. Ну, вот так повыживает зомби-атмосфера такая классная. Тем более, карта такая новогодняя, прикольная. Мне она безумно классно и безумно крутая, нравится очень. Поэтому, если у вас будет желание... Все, мы завалим его или нет? Сколько у него там ХП было? Давай, родной, ну давай, ну что ж ты будешь делать? Давай, 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 давай. Где он? Ребят, он снова улетает сюда. Все, отлично, мы его заразили. А что, инфекционная граната была, что ли, или что? Я просто не понял. Так, поэтому, братишки, если будет желание, обязательно прям заходите на данный сервачок. Будем с вами веселиться, играть. Все, я сделал себя монстром. Камера, давайте, опа. Угу. Так, кстати, здесь монстр, скорее всего, такой какой-то новенький, прикольненький. Вот пареньки сразу же возрождаются, мы можем вот так бегать за ними, просто прыгать, вот так бэхопить, можно сказать. Ну, красота, реально лютая красота. Так, руки какие-то новые, скорее всего, реально новый монстр, новый дьявол на данном сервачке. И вы также сможете бегать, играть, выживать и веселиться. Поэтому, братишки, еще раз напоминаю, если вам понравится данный сервачок, то жду вас, в принципе, всех на нем, будем вместе с вами играть. Вот паренек сюда запрыгнул, какие-то мины поставил, и давайте, мы его завалили. А что вот эти мины дают? Они, я, насколько помню, они донатные. То есть за донат рубли продаются, и как-то так. Поэтому, братишки, еще раз напоминаю, если у вас будет желание, заходите, будем с вами вместе играть. Все ссылочки на сервачок будут, как всегда, в описании. Но на этой ноте я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр, с вами был Рамзей Сидела. Всем хорошего настроения, братишки, всем удачи, всем пока. Пока. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.